Губернатор Евгений Куйвашев поручил чиновникам областного правительства создать условия для более активного продвижения продукции экспортно-ориентированных уральских предприятий на внешние рынки дружественных стран. Глава региона, открывая заседание Кабмина, отметил, что Средний Урал уже входит в топ российских регионов-лидеров в смысле поддержки экспортеров и активно внедряет в жизнь региональный экспортный стандарт 2.0, разработанный в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Идет внедрение регионального экспортного стандарта, и по итогам первого полугодия наша область стала лидером среди субъектов Российской Федерации по внедрению и применению его инструментов. Одним из примеров успешной работы считаю рост партнерства с нашими коллегами из Узбекистана, бизнес-миссии, встречи с официальными лицами, регулярное проведение выставки «Инопром» в Центральной Азии способствовали росту экспорта оборудования, производимого здесь, у нас на Урале. По информации областного министра международных и внешнеэкономических связей Вячеслава Ярина, в этом году Свердловская область задействовала все 15 инструментов стандарта, то есть весь базовый набор механизмов, необходимых для поддержки экспорта, создания нужной инфраструктуры и активного вовлечения власти и бизнеса в реализацию экспортной политики. Все эти меры поддержки помогают экспортно-ориентированным уральским предприятиям продвигать свою продукцию на рынки стран Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки. Основная часть нашего экспорта – это металлургическая продукция, машины и оборудование, ключевые торговые партнеры – страны СНГ и Азии. По итогам прошлого года совокупный объем свердловского экспорта приблизился к 8 миллиардам долларов. Но это в целом. А в частности, за 2023 год 128 свердловских предприятий малых и средних форм заключили экспортные контракты на 86 миллионов в пересчете на американскую валюту. Еще в области действует Центр поддержки экспорта, структурное подразделение областного фонда поддержки предпринимательства. Помимо важных экспортных поручений, губернатор Евгений Куйвашев на правительственном заседании утвердил комплексную программу социально-экономического развития Алапаевского района до 2030 года. В ней черным по белому прописаны 10 приоритетных направлений инвестиционных вложений суммарно на 4 миллиарда рублей.